on me. Burn my ways, burn my ways, burn, burn my ways. Перед началом данного видеоролика хочу вас попросить одной просьбе. Блин, ребята, как стукнет то число, которое я вас попросила, пожалуйста. Не надо сразу писать, типа, гони, проду и так далее. Просто вы понимаете, что мне уходит на декорации 2 дня, это как минимум. При этом мне надо составлять все диалоги и весь сценарий, на что мне тоже уходит много времени. Я всем этим начинаю заниматься, когда определенное число лайков поднимет до того уровня, которого я попросила. Я, конечно, понимаю, что вам интересно, когда будет прода, но я просто физически не успеваю раньше времени все это делать. Вы просто не представляете, как мне тяжело дается составление сценария, особенно когда нет идей. Я над ней сижу около 2 часов, и то могу потом через несколько дней опять переписать все с самого начала. Так что, пожалуйста, прошу, если даже и стукнет сразу то число, которое я попросила, просто не надо сразу говорить «гони прод». И да, продолжение следующей серии будет через 800 лайков. Я же поняла, что много кто забывает оценивать видео. И поэтому вам не трудно, мне приятно. Эй! Ну что, вы готовы увидеть произведение искусства? Ты кто такой? Я тебя не звала. Я пошел за напитком. Эй, я с тобой. Миленько, пойду присоединюсь к Грею. Меня киданули. Я в уборной, жди меня здесь. Постой! Эй, да что с тобой? Только не говори мне, что ты Даже не думай об этом. Во, один взгляд на Гису уже в краску. Чтоб ты знал, она здесь ни при чем. Да? Тогда не зазнавайся. Даже если ты и состоишь в нашей команде, это не значит, что к тебе все будут относиться по-миленькому. Угу. Приятного отдыха. Что за тип? Не думаю, что у нас может быть хоть один шанс, чтобы выружиться с ним. Но, спасибо, что ты всегда мне помогаешь. Перестань вечно благодарить меня. Одного спасибо вполне хватит. Прости. И извиняться тоже. Ну уж, извините. Ой. Кстати, то, что ты сделала на медпункте. Забудь, это все равно ничего не значит. Ничего не значит, говоришь? Ну что, как беседа? Никак. И я пошел к Миллеру. Эй, он что-то не то сказал? Твой настрой как рукой с него. Я не знаю, что мне делать. Да уж, подруг, как тема касается его, так ты сама не своя. О, я как раз собирался тебя искать. Знакомься, это Джессика, моя сестра. Она из противоположной школы и хотела с тобой поговорить. И я, конечно, хз, что ей от тебя надо. Но держи меня в курсе. Идем наверх. На какую тему ты хочешь поговорить? Об этом лучше говорить в безлюдном месте. Да, я не знаю, что со мной. Да, ты мне такой не нравишься. Будь строже. Строже, говоришь? Что? Когда Нагиса себя ведет как Нагиса, то есть не как сопля, то такая настоящая Нагиса нам больше нравится. Я отойду. Где мы? Это комната отдыха, но доступ сюда ограничен. Тогда почему мы здесь? Ты что, забыл? Это дом Эйвона, а я его сестра, Джессика Миллер. Поэтому все, что находится в этом доме, мне доступно. В общем, сейчас не об этом. Я раньше училась с Нагисой. Что?
Жаль, что ты не знаешь, как сильно нагадила мне в жизни. Чего ты хочешь? Я хочу забрать у нее все то, что забрала она у меня. И я ни при чем в вашей ссоре. Я расскажу тебе о ней все, а взамен ты мне немного подыграешь. Не нуждаюсь. Но почему? А смысл? Как будто мне до этого есть дело. Что? Тогда, может быть, мне все стоит сделать самой? Прекрати! Долго же я ждала, когда ты все-таки выйдешь. Ты и правда с своим братом похожа. Все так же обводишь людей вокруг пальца. Заткнись. Но, может быть, сейчас мы посмотрим личные данные Нагисы? Постой! Нет! О, это то, что она натворила в прошлой школе. О, а вот это, почему она ее бросила? Здесь даже есть ее баллы за тесты. Может быть, мне все это озвучить на публику? Не смей! Да? А ты забери. Ну же, иди сюда. Отдай это мне. Сначала достань. Ой. Иди поплавай. Нагиса! Ой, а я совершенно забыла, что мусор не всплывает. Жаль, что она плавать не умеет. Ты! Повеселитесь тут, ребята. Это сейчас, потерпи немного, я сейчас позвоню Милосу. Стой! Тебе надо быстрее вытереть, иначе ты заболеешь. Акира. Прости, что доставляю проблемы. Нагиса? Нагиса? Черт!